друзья, сегодня решили с дочкой выбраться половить на донки рядышком с домом. Вот. Пытаемся добраться пешком. Посмотрим, что из этого выйдет. Есть ли места, нету. 12 часов дня. В принципе, все места уже могут быть заняты. Найдем на две доночки. Я думаю, место найдем. Да? Угу. А ты здороваешься? Да. Вроде нашли место на берегу не занятое. Камешки. Дочь с ума сходит, почему-то непонятно. Радует. Конфеты будет кушать, наверное. Сейчас попробуем закинуться. Водичку, говорят, забирали, сейчас дают. Посмотрим. Ловить на что будешь? Тебе точно не холодно? Ребен, что-то плохое, вытянул зеленую. Ага. Это желтая маяня? Да. Ага. Кого? Твоя? Ага. Смотри. Садись, садись. А ну, на меня посмотри. Будем пробовать на червячка. Сейчас, зайка, я закину эту и потом твою разберем, да? Да. Это у меня уже работает. Что? А, кушать хочешь? А что это ты так? Ну что, давай первую забросим. Давай парочку поймаем. И что? Парочку поймаем. Ну, парочку поймаем и потом будем бургеры. Ну, смотри, как ловит. Смотри, чик-чик. Нет, сорвалась. Нет. Нет. Ты понимаешь, что ты съешь все, а потом не будет тебе чего кушать. После бургера будет конфетки. Да. Да. На удочку. Не понимает, кто это ловит, а потом узнает, что это неправильно.
смысле неправильно. Ну, лови, вытаскивай ее, поднимай. Давай. Что вы хотите? Я поймала. Да я только закинул там. Ура, ура. Это хорошо. Детеныш. На одного и того же опарыша. Я только две еще словила, а это было круто. Кота как не было. Нет, я буду сама и свою селедку. Смотри, молодец какая. Смотри, нет. Ты, во-первых, удочку неправильно держишь. Когда выше поднимаешь, вот она, смотри, чик, и к тебе приходит. Давай, давай. Да. Ну ты сама сними. Не бойся. Мир, не бойся. Держи в одну ручку. Не вырывай. А второй берешь крючочек и чик аккуратно вытаскиваешь. Ложи в банку, вон банку. Вот, смотри, какая ты молодец. Ну ничего страшного. Все, давай, я сейчас дам тебе что-то выпить. Садись. Да. Держишь, когда поняла, выше поднимаешь. На. Я молодец. Ну конечно, молодец. Давай опять. Папа! Да что ж такое? Ловила рыбу. Ты что, всю рыбу? Нет, запомни, поднимай выше. И она сама к тебе сюда чик приходит. Я и ловится. Давай. Фу. Давай. Фу. Держи, а второй ручкой аккуратно вытаскивай крючок. Вытаскивай. Не бойся, вытаскивай. Ничего страшного тут нет. Нет. Смотри, ты же поворачиваешь в сторону и держи крепко. На. На, давай. Садись. Да, умный. Все, садись, сейчас бутылочку рядом поставлю. Да. Ай-яй-яй. А папа совсем не молодец. Видишь, что наделал? О, это, смотри, это другая. Это какая? Мира, быстрее удочку. Мира, удочку свою возьми. Мира! Говорю, удочку свою возьми быстро. Не слушай, не слушай, что тебе говорят, а? Ничего не бросай, пока не придет. О. Мира, удочку убери свою. Мира не слышит вообще. Ловил, поймал. Ого! Такой не влезет к нам. Ну мы его, наверное, не в бутылочку посадим, а посадим. А мы его посадим куда? В садок. Позвоню, пожалуй, на тебя маме. За что? Как за что? За то, что ты всю рыбу уже выложила. Спасибо. Алло, привет. Короче, я Миру больше с тобой не беру на рыбалку. Почему? Она всю рыбу выложила уже. Много рыбы поймал.
Не, реально, в верховодке я одну только поймал. Я только одну поймал. А ну блин, ладно, Лен, давай меня зацепить чуть-чуть. Удочку в мою сторону, в сторону моей удочки. Не подбегай, пожалуйста. Да я пошутил, Мир. Иногда люди шутят. Особенно такие люди, как твой папа. Я же люблю шутить. Ну так, в чем проблема? Молодец. Расскажешь, что маме? Конечно. Когда придем с рыбалки, все точно. Поймал мне жабу. Да. Не, руку вообще помыл. А ты? А ну посмотри на меня. Как тебе рыбалка? Класс? Молодец. Давай проверим твою наживку. Конечно. Выки. Можно мне угостить бургер, пап? Сначала рыбалка, потом развлекай. Давай, садись. Бургер это не развлекалка, а я. Садись, говорю. И еда. Ты же запомнила? Утонул, подсекаешь. Утонул. Нет, еще не утонул. Вот когда он тонет, тогда нужно подсекать. О, ну. Поздно. И чуть резче, Мира. На. Об камешки не цокай. Мира, утонул. Мир, на рыбалке нужно внимательнее быть немного. За серёжку зацепилась? Кто? Крючок. Ну, я сняла. Ну, молодец. Хорошо, что... Червяк, не бить. О! У тебя там что-то происходит. Мир, ты со стульчика сейчас рухнешь. Встань. Встань, отойди. О, червячка уже нету. Я хочу бургер. Сейчас. Я вообще-то как бы не разрешил еще. Но ты уже сделала вывод, что разрешил. Ну, бери бургер свой. Я помогу. Он ощутил свои пленки. Вот такая вот детская рыбалка. Почему? Ну вот я пока на твою удочку хоть рыбы половлю. Сама? Да. Давай, иди держи свою удочку, подержи. Держи.
Мне ж надо попробовать тоже, да? Угу. Вкусный он получился или невкусный? Вкусный. Вкусный. Луком пахнет как. Это луковый бургер? Ну да. Я лук положил туда. Угу. Ну давай. Вкусно? На. Аккуратно только. Клеенку не ешь. А ну, на меня посмотри. Вкусно? Угу. Присаживайся на камешки там. Почему? Присаживайся, просто кушай, садись. Особо удобно, но ничего не сделаешь. Рыбалка вся может быть неудобная, да, Мира? Да. Главное поймать. Причем, что в моей рыбе купаются пчелы. Ах, пчелы такие. Вон, видишь, залазят? Вижу. Хотят украсть у тебя рыбешку. А рыбу он без нее дергается. Ну ничего страшного. Мы на крючочек оденем опарыша. Ты кому? Это мне. Сказал. Тебе сказал. Бля. Оу. А ты в своем канале расскажешь, что я это поймала рыбу. Конечно. Там видно будет. Посмотри, уже бутылки сидят. Мир, жуй, не отвлекайся. А мы сейчас перебросимся. Мира. Я не могу достать ее. На. Попила? Мир, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Мир, пусть сидят дальше. Шо, Мир, не получается? Давай я надену тебе... Мира,
Смотри, тебе легче будет, если ты поднимешь ее выше. Выше, к краю, берись за край. За край берись. Еще, поднимай теперь. Поднимай вверх и направляй ее к себе. Вот, лови. Не, еще ближе к себе. Молодец. Опускай на меня ее немножко. Мир, не за что. Папа, оу. А для чувика это море? Для чувика? Ну, практически. Чувика туда поплыть оттуда, того мира, сюда, до того мира. Ну да, это много, конечно. Море? А, ты что, сама рыбу поймала? Да. А ну покажи мне. Ближе. Ты сама вытащила? Да. Помощь нужна? Нет. Давай. Ты сама отцепишь? Я отнимаю. Давай, самостоятельно. Не бойся, бери ее, бери. Оп, взяла, все. И крючочек ты помнишь, да, как я говорил? Не бойся, смелее. Ты выкручиваешь его. Ну, вот вытаскивай теперь. Давай. Мир, он легко очень вынимается, если его правильно вынимать. Раз, и все. Давай, ложи ее в банку. Давай. А то весь клев прозеваешь. Руки. На, иди, руки. Садись. Об шорты можешь вытирать, я разрешаю, потом поменяем шорт. На. Иногда времени нет, Мир, на то, чтобы вот так вот вытирать руки постоянно. Тебя клюет, говорю. Мирочка, и возьми удочку. Зайчонок, тебе же и подсекать легче будет, если ты будешь дальше удочку держать. Дальше, вот так вот. На поплавок, у тебя поплавок. Мира, подсекай. Ну. Ты ее сначала вон с крючка сними. Давай удочку. Нет. Рыбу сама. Давай. Помнишь, как я говорил, в какую сторону крючок? Противоположную изгибу. Покажи мне. Я вверх. Вытягивать? Зачем его? Чик? Вынимать надо. Да. А ну, покажи мне ее. Мир, я же тебе пока... Пусти рыбку. Шляп-шорты. Ну, пока мы на рыбалке, можно. Я тебе забросил вообще-то. Не упади, пожалуйста. Ну, сама теперь забрасывай. Нормально.
удрала рыба. А не, не удрала. Стандартный карасик, меньше ладошки. И я тебе, муж. Не задела твое? Нет. Мир. Не, почему ты кривляешь? Эй! Смотри за рыбалкой своей. Смотри за своей рыбалкой. Это ты за своей рыбалкой смотри. Больше тебя не возьму с собой. Мира! Это же твоя рыба, сама с ней там управляйся, на. Не тяни, тяни! За это вот. Рыбка, привет! Ля-ля-ля. Мир, не веди, веди себя нормально. Ты сама снимать будешь? Кидай. Я молодец. Да. Мама, ты говорила, Мира не ловит рыбу. Мира, покажи. Это кто, Мира? Рыбка. Какая? Бычок. Отцепишь сама или отцеплять? Отцеплять. Держи удочку. Вот такой красавец. Забираем, да, его? Да, у тебя там уже видов 5 рыбы, наверное. Их там сколько, наверное? Ну, карасик ладошка. То есть, ну, стандартный, собственно. Ожидать тут нечего другого. Потом постирала в этой грушечной. Друзья, и снова карась. И они
снова там. Да? Поймала? Да. Подержу. Держу. Сама отцепляю. Ну-ну-ну, держи его крепко. Не бойся. Я тебе говорил, в противоположную сторону. Нет. Возьми его удобно, да, вот, я отцепляю. Вот, чик, все. Засовываю бутылку. На, сама забрасывай. На. Держи. О, нормально. А туда бочки, да. Доплываю. Вон. Смотри. Поднимай ее. Поднимай. Это верховодка называется. Видишь, какая? Подержи. Держу. Сама? Нет. Если ты держишь за палочку, крючок в эту сторону вынимается. Ну, перебрасывай поплавок, у тебя же, ты же видишь сама. Так он стоял. А насадка у тебя там есть на шлюка вообще, посмотри. Нету, конечно. Да еще. Держи удочку. Зеленую. Хорошо. Что зеленую? Еще. Хорошо. Бусинку? Они на зеленую не едят. Давай. Мне червячков не едят. О, карась. Эй, меня поймала. Лови там. Карась, карась. Береги. Это ты кому? Тебе. Скоро пойдем. Скоро пойдем. Я. Смотрю на рыбак. Забираю. А подержи удочку. Удочку подержать. Я сама отстегну. Хорошо, но... Ну давай, давай, как он загнут, вспоминай. Мира, смотри. Он загнут в одну сторону, вот эту, чик, вытащила, поняла? Угу. Воду давай. Бутылку давай, подавай. На, удочку. Удочку возьми. Обращай внимание на поплавок.
Ну. Ты уже устала, походу, да? Рыбачить. Да? Нет, домой пока нет. Смотри, Мир. Ты сидишь, да, оно тебя он завело, бог знает куда. Маленького отпускаем? А покажи. Очень маленький. Отпускаю. Это, наверное, тот же, который нормально. Ну, может быть. Держи, держи, держи. Держи, держи. Мирочка, это рыбка называется. А ну, держи. Солнечный окунь. Прикинь, мы с тобой рыбу поймали. Угу. Солнечный окунь, рыба. Ну, самое главное. То есть самая вкусная, да? Нет, она не самая вкусная, она просто прикольная. Очень красивая рыбка. Бирюзовая. Она очень далеко заглотнула. Ну, давай, я сейчас возьму такую приспособу специальную. Покажешь? Кого? Ну, щипцы такие. Увидела я уже. На. Берем. Ты большая, молодец. В отдельно его положи. Ну, сама, Миру. Свою рыбу сама доставай. Крючочек в противоположную сторону. Не, у меня. Ну, опять убежит. Под ножкой он лежит. Отпускать? Нет. Отпускать? О, смотри, мы карася поймали. Один. Нет, это два. Как это? Ну, то было один, какая? А это... Нет. Подожди, я должен. Четыре рыбы кто-то один должен поймать. Это то, как мы договаривались. Папа, это кто сидит? У тебя. А, это мушка такая. Не обращай внимания. Ты рыбу свою он поднимай. Побежал. Вот ты, лелека мала. Жаба какая нахла. Скачун. Да. Скачун. Друзья, ребенок напрочь отказался ловить рыбу, нарыбачился. Сказал, будет ходить нудить. Да? Будешь нудить? Ты нудистка? Пошли домой. Покажу вам свой улов сегодняшний. Ну, на сковородочку есть, и то хорошо. Как ты думаешь, там что-то есть? А я думаю, нет. Но я, если обещал, что последний, значит последний. Тебе повезло, Мира. Карасик. Ура! Один. Как ты говорил. Да,
папа. А сам ты что говорил? Нету, нету. А теперь есть. Говоришь? Нам хватит головой. Что? Нам хватит с головой столько рыбы. Но мы же не браконьеры, да? Подержи, пожалуйста. Только не роняй ее. Почему? Ну, потому что, Мир, любые приборы не любят, когда их роняют, портят. Катушки тоже. А нельзя меня попробовать? Да? Не, ну ты можешь попробовать покрутить? Держи, только ее нет. Держи вот так, где я держу. А той рукой крути. Ну, крути ручку, вот. Как рыбалка? Хорошо. На меня посмотри. Понравилось? Да. Класс. Дай 5. Ай. Сломала мне руку. Обезьянка. Пошли. Ну все, друзья. Вот такая была рыбалочка. Дочка устала сильно, наотрез отказалась ловить больше. Вот я доловил одного карася и как бы путешествуем домой. Мира, не спеши. Друзья, если вам понравилось видео, поддержите канал лайком.